сне. Он остался со мной, он укрыт в тишине, равнодушной зимой, холодней пустоты, без тебя. Какая большая рыбка, да? Да, да, сейчас мы с вами её... Она, конечно, маленькая. Угу, пойдёмте. Ой, рыбка. Какая красота. Фото, ладно? Фото, фото. Поехали? Куда? На море! Интересный момент. Если в Старбаксе в Турции вы берете турецкое кофе, то вот такую воду вам дают бесплатно. Ну, кофе. Каждому кофе идет по бутылочке водички. А это лукум. В общем, имейте в виду, не забывайте. Мы решили поехать на фуникулёре. Цена за двоих взрослых и одного ребенка туда-обратно 50 лир. Это где-то 150 рублей, наверное, так где-то. Такие кабинки. Высоко? Зато удобно смотреть, что с твоей машиной происходит. Реально видно отсюда. Тёмочка палочки себе набрал. Тём, шишки ищи красивые. Сейчас наберем шишки. Сделаем дома подделку классную. Смотрите, какие они красивые. Какой здесь воздух, вы себе не представляете. Кстати, вот такой ознакомительный тур. Вам все покажут. Вот, делает компания Summer Home для своих клиентов. Вот везде поводят, все покажут, расскажут. Прямо на Кале действующая мечеть. Можно взять шарфик, одеться и попасть. Красота. Палочек набрал. Все, мы спускаемся.
спускаемся быстрее как-то. Такое ощущение страшно вообще. Тём, боишься высоты? Не-а. А мамочка боится. Ай, трясануло. Страшно. У-ху! Как птичка на жердочке. Класс, да? С высоты. Чёмик, ну входи, входи уже в кадр, заглядывает. Надеюсь, что я тоже так же буду гонять на моцике с моим Мунчиком, когда мне будет чуть больше лет. Какие молодцы. Всех любителей хлебобулочных изделий. Райское местечко, вот это вообще с семечками внутри. Санька? Так, мы взяли кусочек с семечками. Бабушка еще здесь фотографировать будет. У нас сегодня последний день. Завтра мы уезжаем в Москву. Какая здесь красота. Лена Петровна выбирает место, где позировать. Как красиво. Вообще. Кораблики там с дискачом плавают. Балуются, бабушка зажамкала. Артемуса. Встала в 6:30, надо взбодриться. Так как я готовлю турецкое кофе? Это довольно-таки распространенная здесь марка, в любом магазине продается. Я насыпаю его очень много. Вообще я люблю крепкий кофе. Добавляю 2 кусочка сахара, потом кипяток. Это, кстати, не традиционный рецепт, поэтому не надо говорить, что так правильно, неправильно. Это просто я так делаю. Перемешиваем. Уже такой аромат. Пусть он чуть понастоится именно в таком виде. Потом добавлю молочка, чтобы растворилось чуть-чуть. Потому что оно растворяется достаточно. Только я вижу, что кофе и сахар растворились, добавляю молочка. Я, конечно, не бариста. Но такой кофе я люблю. Вкуснятина очень бодрит. Теперь стоит выйти на балкончик, насладиться видом и попить кофе. Кстати, смотрите, обратите внимание, что здесь каждое утро во всех комплексах. Так и не договорила вам, потому что прозвонил будильник. Во всех комплексах, в общем, моют плиточку. Это очень круто, потому что ну, ты выходишь, всегда все свежо, чистенько. Вот. Пол кофе уже выпито. Всем хорошего дня. Дорожку, собираю чемоданчик и лечу в Москву. Потом скоро вернусь. Вы пока все за жизнью всей Алании можете следить на страничке. Сейчас я ее укажу. Компания Summer Home постоянно выставляет новые какие-то проекты. Я сама смотрю частенько, мне нравится. Чемоданчик звучит, конечно, громко. Вот весь мой чемоданчик, это ручная кладь. Та-дам! Все, я готова. Поехали в Москву. Мик, к полету готов? Да. Да? Хорошенький мой Бэтмен. Красавчик мой. Давно в Москве не был, да? Ну, иди, что очень давно.
Арзимойда.